Здрасте, я вернулся. Скучали? Да не успели. Нет? Недавно виделись вроде, неделю назад. Ну понятно, я приехал работать. Алло. Привет. О, приветики. Ну, да. Бегу на студию. Прилетел из Пскова. Вчера там был концерт. До этого там был Великий Новгород. Питер. Вот под Питером там несколько концертов. Ну, в общем, круто так вообще погастролировали. Ну, немножечко, да, такая вот неделя была. Там много переездов просто очень было по городам, именно на автобусе, там на поездах. Вот это вот всего было очень много. От этого, кстати, устаешь больше. Потому что концерт – это как бы всегда радость, а дорога, от нее как бы, ну, устаешь. Вот, вот это вот немножко тяжеловато. Но в целом вообще все круто, на самом деле. Здорово. Чё, как, тебя тебя не заметил. Да нормально, что там? Работа идет. Я тебе привез еще работы. Отснял два концерта, вот этих крайних. Так, ну что, давай. Вот разбираюсь. Вот такие. Ага. Мы первым делом сейчас ей заняться. Материала достаточно, можно будет даже какие-то моменты взять с одного города и с другого. Ну, единственное, только смотри, зал, как бы, видишь, чуть отличается. Посмотри, я. Ваня делал. Класс. Ну, откуда еще что-нибудь построить? Я здесь провожу много времени. Я здесь с утра до вечера просто постоянно тружусь. Ну, тут же помимо работы за барабан установку, еще ведь появилось много работы со своим YouTube-каналом. То есть снимаем видео, монтируем, сводим звук. Мы тут создали атмосферу дружелюбную, кайфовую, радостную. То есть здесь, в принципе, все, заходишь, здесь ну, невозможно грустить. Все по кайфу, что грустить-то? И занимаешься любимым делом каждый день. Потому радостно, потому что я много лет работал и вечером бежал на студию играть на барабанах. То есть я много времени тратил на то, что не хочу делать. Теперь я круглосуточно занимаюсь только своим любимым делом, и я не хожу на работу. Это абсолютный кайф. Я проработал в банке много лет. Ну, уволился из банка. Какое-то время я там был без работы, устроился в алкогольную компанию торговым представителем. Какой-то есть опыт жизненный, и там как-то. Если так вообще копнуть, чем я занимался по жизни, ну, всякой ерундой. Начиная там с детства еще, там, в 10 классе, я в Москве в Тропарево на велосипеде развозил мороженое, продавал. Я работал на мебелефабрике, на сборке мебели. Блин, у меня с каждым разом на студии все лучше и лучше. Рустам, давай поставим полочку, сейчас посмотрим, как это будет. В общем, надо, берем телек. Оп, ну... Давай вот так сюда. Аккуратненько. Ништяк. Раз. Ёлочка, гори. Так. Мне сейчас ракет. Я в новогоднюю ночь решил, что я больше не буду работать. Это было когда? Года 3-4, может, назад. Мы с ребятами работали в новогоднюю ночь. Я такой сел, задумался, такой думаю, блин, все, не пойду, короче, больше на работу. Пусть мне будет тяжело, короче, я не буду там, ну, там, не буду питаться какое-то время, у меня не будет денег на еду. Но я не пойду больше на работу. Нет, было тяжело. Особенно даже вот этот карантинный год 2020, то есть и работы не было. И никаких корпоративов там вообще ничего не было. Вот. Я сидел дома, как бы у меня не было просто денег в кошельке даже. У меня даже 500 рублей не было в кошельке. Иногда мне брат просто привозил еду. С женой приезжают, короче, вот привезли там в кастрюльке там супчик, макарошки там с котлетосом. То есть и такая ситуация была. Как-то вот все это давило. Такой думаю, не, сейчас залезу, короче, на дом и спрыгну. Потом вспоминаю, что там нельзя выйти, короче, там закрыто на ключ. Ты не выйдешь на крышу. Но потом думаю, да ну нафиг, какая крыша, что за фигня, что за бред в голову лезет. Садись, играй. Мы
я не знаю, может быть, это из-за развода родителей. У меня какое-то сформировалось мнение, ну, категоричное ко всем этим делам. Вот жениться там, да, там. Ну, гражданским браком я жил не раз. То есть, ну, как бы такие попытки были. Там, с одной девушкой попробовал пожить какое-то время. Потом через какое-то время там еще с кем-то пробовал жить. Мог бы быть женат несколько раз. Я, например, тоже копить эту историю не хочу. Не вижу смысла там в паспорте 10 в подписи. Вот, я там женился. Вот, у меня друзья так делали некоторые. Там, я женюсь. Я говорю, подожди. Нет, я женюсь. Я говорю, погоди, подумай. Все, через месяц развелся. Ну, и люди в основном не думают на 20 лет вперед. На 20, на 30, они думают короткими периодами. Вот, ну все классно, там красиво, я там молодой, тоже красивый, вот, давай там сейчас детей заведем. А вот эту вот всю рутину, как вы будете переживать? Пройдет 5 лет, 10 лет, вот, она будет меняться, ты будешь меняться. У меня почему-то были такие мысли, что не надо жениться, надо, ну, подождать. Вот, затянул немного к 40, чуток. Но зато сейчас я понял, что если я сейчас женюсь, то я женюсь один раз и все, надолго. Потому что я сейчас уже мозгами понимаю, что нужно жениться, и этот период как бы это долгий. Ну, я не так уж прям, ну, умею готовить. Ну, люблю заморочка, позаморачиваться. Но, как бы так как я не бываю дома, то есть уже просто как бы совсем, наверное, разучился готовить. И неинтересно для себя одного готовить. Ну, скучно. Если как бы с друзьями собраться, то мы здесь можем что-нибудь там поделать. Стараюсь всегда все поддерживать в чистоте. То есть я стараюсь его, в первую очередь, квартиру не захламлять ничем. Не надо, чтобы здесь что-то здесь валялось, что-то здесь валялось, что-то здесь валялось. То есть у меня, в принципе, ну, более-менее по минимуму, что мне нужно. Бокальчик для вина, для чая это, чашечка, есть тарелочка, микроволновка. То есть, ну, как бы все так по мелочи и ничего больше. Дом, он расслабляет. То есть здесь... Придешь, ляжешь на диване, смотришь телевизор. А я так не люблю. Я не люблю сидеть, ничего не делать. А. В декабре сделаны яйца. Отлично, так. О, какие яички хорошие, чувствую. Я бы даже еще одну добавил. Ну, черт. Черт. Так, ну что ж, завтрак, мужской завтрак готов. Знаете, почему мужики живут меньше, чем женщины? Уж питаются хреново. Мои следы. А мог бы повещать, насколько опоздала ты. Опоздала, здесь нет меня. Так, можно прям. О! Да прям так пойдет. Ну, у меня брат здесь есть. Брат с женой здесь в Серпухове тоже живет. У них там двое детей. У меня мама здесь рядом со мной живет. С отцом они развелись еще, когда мне было лет 13, наверное, там, или 12. Мы жили просто в Брянске, там, в области. И он там остался жить. Ну, я так понял, что он в другую семью там перешел, как бы, а мы переехали сюда. Потому что у нас здесь, в Серпухове, жила мамина мама, то есть моя бабушка. Мы к ней переехали, и потом вот мы уже как бы здесь остались. Какие дела? Нормуль. Нормально? Ну что, поехали? Поехали. Что, давай, наверное, через этот. Может, по прямой, по центральной туда, через этот. И подъедем через по парку. Заборье. Да, через заборье. Поехали через заборье.
там ни светофора, ничего нет, спокойненько проедем. Так я понимаю, зима. Много снега. Так и должно быть зимой. Хотя вот мы сейчас прилетели в этот в Сочи, там вообще травка зелененькая. В Краснодар там тоже как бы, ну, там вообще дождь. Не торопись, вот прям заезд, смотри. Вот он, сюда вот прям паркуемся. Здесь раньше была сцена, где мы выступали с группой. Было дело. О, ты же тоже приезжал. О, да. Слушай, а ее что, снесли, 7, что ли? 7 семейством были. Вон, смотри. Получается, вот это была стрёмная же эта скорлупа, вот эту, да, каменная сцена. Они, получается, разобрали и, смотри, сделали вот такую сцену. Не, ну это намного интереснее, конечно, на самом деле. О, интересно посмотреть. Так. Тут уже, видишь, смотри, с какой-то маленькая комнатка для чего-то. О, елка, класс. Ну, у нас с Андреем разница 7 лет. Я 75-го, он 82-го года. Я в Крыму родился, а он на севере. А живем теперь в средней полосе. Так получилось исторически. Брата практически я с пеленок поднимал. Когда родители работали, брат был целиком и полностью на мне. Так что я его с самого начала и пеленал, и воспитывал, и кормил. Чего только с ним не делал. Была живая игрушка. Ну, когда приезжают с командировки, так встречаемся в городе, там просят там покататься. Туда съездим, там по делам поделаем. Ну, стараемся общаться, быть вместе всегда. Как говорится, в семье появилась своя звезда эстрадная. Никто не ждал, но она появилась. Подписаны на его YouTube-канал, смотрим его постоянные обновления там. Видео, где он выкладывает, где он с барабанами, где он на концертах, где в поездках, в командировках. Ну, кто-то здесь все равно ходил. Смотри, написано «не ходить». Они все равно ходят. Ноги можно промочить. Подсветки. Не, ну так-то что, ништяк. Брат он и есть брат, как в «Братья 2». Брат он всегда брат. Так что надо поддерживать отношения, держаться друг за друга. Тогда в жизни все будет складываться, и жизнь будет намного попроще. Спасибо брату, что у него сегодня выходной вместе со мной. Вышли тут прогуляться хоть немножечко, подышать воздухом. Я когда приезжаю, у меня много работы в студии. Либо дают какие-то новые задания, там, ну, новый материал какой-то надо учить, надо садиться сразу заниматься. Не остается времени, чтобы куда-то там сходить. Ну, сейчас будет лето, я думаю, что будет какой-то отпуск небольшой. Я сяду на велик и покатаюсь по городу. Наверное, нет любимого места в Серпухове. Его надо найти, это место любимое. Не, у меня есть одно любимое место, это моя студия. И это естественно. Еще, господи, что я несу? Мое любимое место – это студия. А если так где-то в целом по геолокации в городе, ну, не знаю, ну, нет места, наверное, такого. Сейчас, она на колесах. Да. Вот сейчас все откроется. Так, давай, меня держи. Ты несу сюда? Да. Я не знаю, как они верно там, но это не точно. Все ништяк, не кипит. Слушай, телевизионщики – это провокатор. Так, ничего. Распределяем это все здесь. Как вырос на глазах? Ну, он играл по 12 часов в день, как минимум. Поэтому и вырос. Я вот уже чувствую себя стареньким, уже его не догоняю даже. Местами. Ну, надо, конечно, позаниматься, белый, да, шатер. Надо как-то себя в порядок приводить с барабанами. Я слышал такую фразу, что хуже того, чем просрать свою жизнь, можно только просрать свой талант. Вот есть такое выражение. И оно подходит. Вот Андрюха не просрет свой талант, потому что ему некогда, он все время им занимается, увлекается. Когда мы с Андрюхой вместе играли, вот эти барабаны, когда он на них играл, они были тоже такие же красивые. Клянусь, тарелки блестели, все было красиво. Как только Андрюха уехал по городам и весям, тут же они превратились, в принципе. Да. А? Это смерть Пугачевой, которая? Да, да, да. Камера.
Андрюшка-хлопушка. Андрюшка-хлопушка, да. Мне нужно купить еще Pearl себе и Sonar. Это как бы вообще в идеале. Помнишь, как это старая восточная поговорка? Проси верблюда, получишь... Не, да, получишь осла. Проси Boeing, дадут тебе... Надо, конечно, несколько установочек иметь. Есть у нас общий товарищ Тимофей, он мне позвонил однажды, говорит, слушай, у нас тут проблемы с барабанщиком, надо там поиграть немного, поехали съездим вот, с нами. А я как бы ну ничего не делал, лето было. Приехали на эпсонную студию к Владимиру, вот. Там, соответственно, установочка стоит. Давай попробуем поиграть. Ну, мы поиграли такие, типа, ну, вроде все, вроде неплохо получается. Давай там концертику подготовимся, сыграем. Говорю, ну, давайте. Ну, выучили программу, отработали концерт. Ну, вроде все неплохо, давай дальше играть. Ну, играли там какое-то время. Это, наверное, был 19-й год, что ли, по-моему. Не, ну, параллельно я же в кайро-группе играл. Ну, как бы занятость не особо большая была. И как бы думаю, что и там поиграть, ну, нормально для развития. Подготовили программу, там вот, по клубам по разным поездили, на шествие съездили, выступили. Ну, нашествие как бы для меня это впервые площадка, ну, большого масштаба. Конечно, хотелось выступить, просто очень переживал. Я же не был на таких мероприятиях. То есть у нас там рамки определенные. То есть наше выступление там, по-моему, полчаса было. 10 минут или 5, чтобы выставиться на этом. То есть вот это прям такой квест. Ты выбегаешь на сцену, а, давай, быстро ко всем подключились. Пробежались там, так настроились, так да так. Мониторщик там с айпадом бегает, там подбежал к тебе, там что-то покрутил. Так, ты это слышишь, слышишь, это слышишь, все, до свидания, убежал. То есть там все вот так в таких, ну, в быстрых настройках. Я могу сесть и постучать на них, что-то там элементарное я смогу сыграть, а мне большего не надо. А вот сейчас мы с Андрюхой поиграли, я понял, что... Моя дрезина где-то там за поворотом далеко, далеко очень. Все, конечно, восстанавливается. Когда так получилось, что пришлось самому там писать эти несколько песен, десяточек, к своему же альбому, вот, могу сказать, что я, конечно, несколько суток, может быть, почти неделю сидел за барабанами и думал, как же мне это все осилить. Мне было очень тяжело. Я когда записал, я прям встал, я думаю, я умру. Такого нет, как бы ставить ярлыки конкретно, кто там круче, кто нет. Ну, тут, в принципе, все хороши. Не знаю, у меня вообще в последние вот эти вот года у меня с башкой что-то случилось. Я не знаю, вот, я не могу, короче, я хочу играть каждый день вот без остановки. Вот, мне вот, дай вот с утра, вот, я почему и бегу на площадку пораньше, да? Вот, и все, там, вот, концерт отыграли, ну, как бы надо уезжать, да, вот, то есть, я иногда не хочу, чтобы концерт останавливался. Подходит, я смотрю по списку, последняя песня, огромная, короче, доигрываешь такой раз, всем спасибо, и уходишь такой грустный, блин, не наигрался. Я не знаю, что происходит, что за фигня, вот, это влияние инструмента, как бы, на мозг. Мы знакомы с Андреем, ну, где-то года два-два с половиной. Я к нему пришел на работу, он тогда грибную ферму держал. Сегодня я техник Андрея. В основном я работаю с монтажом видео, которое он мне привозит с концертов. И занимаюсь каналом на YouTube. Но он же мой начальник, он как скажет, я так и делаю. Разместить
постил объявление, что в коллектив нужны музыканты. Такой своего рода кастинг был. Это уже второй состав. Первый состав полностью у меня поменялся. Ну, когда я набирал первый состав, ребята еще не понимали, какая у нас будет работа. Стали ездить гастролировать. У меня практически каждый день были концерты. В общем, они не выдержали этого такого графика. Жены и девушки не согласились с такой работой. Вот нашел второй состав. Первый у нас был Михаил Миряшев, клавишник. Потом он говорит, у меня есть хороший друг, хороший гитарист, вот тоже в Серпухове живет вместе со мной. Вот, давай, может быть, его возьмем к нам. Я послушал, мне понравилось. Потом также появился Андрей Бушуев. В общем, вот все друзья. Перед концертом надо обязательно нормально одеться. Надо все-таки выглядеть, ну, там, солидно. Хотя рок-н-ролльщикам пофигу. Блин, Валер, не выключай, музон такой классный. Второй раз мы в Серпухове выступаем. Атмосферка будет такая прям, ну, глаза в глаза, ты знаешь людей, и как бы это уже, знаешь, такая как, можно сказать, домашняя обстановка. Пригласили в коллектив поработать. Ну, вот, я поработал, им все понравилось, и мы просто работаем. Насколько это надолго, это будет решать директор и сам артист. Если их все устраивает, как я работаю, как бы будем работать. Если там через какое-то время там, ну, скажут, что ты меня больше не устраиваешь, как бы, ну, я не возьму другого барабанщика, да и все. Я надеюсь, такого не будет. Но мы работаем нормально, в принципе. У нас коллектив дружный, Махор Бэнд. То есть мы все постоянно на позитиве, все там друг друга постоянно подкалываем, там постоянно шуточки. Доброго здравия. Это самое главное. Курчёв, минус 20 рублей. Буфет. Ты мне потом такси вызовешь? Ну, конечно, конечно. Ладно? Да, да, да. А то мне Димка привезти привез, а отсюда потом как я привожу? Мы постоянно общаемся, мы постоянно на связи. И нам там тоже грустить некогда, мы постоянно угораем, у нас постоянно какие-то приколы. Вот. Это гастрольная жизнь, это там такая штука. Вот. А, там много, просто, к сожалению, я не могу что-то рассказать. Есть такая фраза, вспомнить-то есть что, а дома рассказать нечего. Вот. Я вообще люблю этих ребят, как бы, ну, мы классное время проводим вместе. Можно включать фонарики. Я вообще играл бы круглосуточно, если была бы возможность.